Что к тебе придумать? Если я неправильно отвечу, он может мне подыграть. Ну, давай честно. Какой мой знак зодиака? Лев. Да. Что я больше всего люблю из сладкого? Сладкого? Шоколадки. С альпенгольд с орехом. А что ты любишь? Какие сладкие ты любишь? Я люблю киндер. Сникерс. Какой у меня любимый цвет? Такой вот вопросик. Черный? Ну это очевидно было. Что за вопрос? Да. Тащу просто жестко. Какой мой самый любимый школьный предмет? Математика? Физкультура? Да. Физкультура. А за какую футбольную команду я болею с детства? Спартак. Да. Какое мое самое неловкое воспоминание детства? Детство? Неловкое. Ну, стыдно, когда ты коту глаз отстрелил. Стыдно за это? Стыдно, но это не самое. Да я в детстве парню камню по башке зарядил и сбежал. А, потом я стыдно за это было. Сколько лет я нахожусь в структуре ФК Строгино? В структуре ФК Строгино. Когда мы приходили, еще Рублёва было. Ну, это считается ФК Строгино, типа. Ну, какая разница. Ну, мы вместе пришли, но мы пришли где-то в году, я думаю, нет, в 2014 году, я помню, мы были в Испании. Еще за Кунцево. Ну, я думаю, в 2015. 100%. Ну, да, мы приехали, и мы... Да, в 2015, в 2016 уже там пошло. Все, сюда я просто, ну, энциклопедия. Сколько голов в официальных матчах я забил за последний год? За это, да? Ну, за вот это вот. Ну, голов. 6? Нет. Больше? Ну, конечно. 9? 7 за ПФЛ. А, ты же еще за молодежку я... 2 за... молодежку 9 и еще за ту молодежку это же был тот 24. Ну почти 10. Короче, там еще голов сколько? 4-5 голов. На знаешь ли ты мой номер телефона? Нет. Наизусть нет. Это плохо, на самом деле. Что больше люблю смотреть на Ютубе? На Ютубе нарезки с Counter-Strike. Да. В последнее время, да. Какая моя любимая песня? Я не знаю, какая у меня самая крутая песня. Больше всего тебе в душу запало. У меня, да, нету. Любимый. Давай Мияги, я Макаси. Но у меня нету любимой песни, но Мияги мне очень нравится. Исполнитель Мияги, да, все песни. Есть ли у меня слабые места? Слабые места? А вот вопрос такой в плане, ну, как человека, или как футбол, или как... Да, есть. Правда. Какой последний фильм я смотрел? Ой, вот это выбирать. Давай попробуем угадать, что там в кино идет. Я не знаю, что там сейчас. А, что-нибудь там из Марвела этот? Смешно получилось, что я сам забыл. А мы вчера только с Мусой в кино ходили. Ну, давайте, как там, привидение, как это называется. Охотники за привидениями. Ну, все. Кто мой кумир? Твой кумир? Я знаю, что ты за Барселону болел. Болеешь. То Месси, может быть. Нет? Вообще, ну, вообще, кумира так такового нету. Стараюсь. Сам? Ты не знаю. Сам себе кумир. Какой мой любимый предмет одежды? Я думаю, это... Я вот думаю, либо это худи, либо какие-нибудь спортивки. Штаны, ну, штаны. Что-то из этого 100% надо выбрать. Давай предположу, что все-таки ну, худи больше. Мне ну, кажется, разные такие. Да. Каким было мое лучшее решение? Ну, лучше не шли. Так.
лучшим решением. Это же вопрос, кто лучшее решение. А вот это лучше с купюрами тоже будет вставляться? Что? А? Можешь могу думать, так каким было мое лучшее решение? Мое лучшее решение. Заняться футболом. Ты же баскетболом занимался, но да, футбол тоже. Вот. Это круто. Точно, даже я не вспомнил. Вообще, за счет 2 плюса можно сказать. С какой знаменитостью я бы хотел встретиться? Это, блин, моя память. Я бы сейчас такой хороший вариантик подкинул. Ну, допустим, давай будем брать из футбола. Из футбола именно? Ну да, давай вот из футбола. А как эти хромы там в Телеграме смотрели? А, ну, Олег Монгол, вот эти все. Хотел бы с ним встретиться? Да я бы с ним встретился. Так, чисто по приколу. Ну давай тогда хочешь футбола. Давай футбола. Что-нибудь такое, с кем бы я бы хотел встретиться. О, мне кажется, ты бы точно хотел встретиться со Златом. Иброй. Ну, чисто да, полялякать с ним. Еще бы помусорить. Какие у меня обои на телефоне? Так, визитка. Обои на телефоне, наверное, там, где ты с Ксюшей. Да? Красава. А куда бы я хотел поехать? Отдыхать после Нового года в Египет. На 7 дней. Да, ты правда. Какой мой любимый напиток? Так, ну, Липтон зеленый. Да. Как ты записан у меня в телефоне? Кава. Без сердечек, с футбола. Просто кава? Сердечко, с футбола. Просто кава. Просто кава. Какой был лучший день в моей жизни? А, так. Когда ты родился? Лучший день. Ну, сейчас, может, подумаем. Я тебе не буду подсказывать после того, что ты сказал, что я тебе сердечко без суда. Так, ладно. Ну, у меня только два варианта есть. Первый лучший день, который тебе запомнился. Это наша первая тусовка. Саджуса? Да. Ты первая. Второй вариант у меня был. Я очень хорошо подумал. Я вот родился, брат. Давай тут Саджусу оставим. Так. Хотя и брат тоже классно. Ну, это наравне. Что ты хотел сказать? Что типа, он еще впереди. Так, с кем чаще всего я разговариваю по телефону? Почаще кому сказать? Маме. Я думаю, маме. Я вот что-то сомневаюсь. Можно проверить? Нет. Маму. Раз. Да, маме чаще звоню. Какой мой любимый сериал? Так, ну, наверное, который ты любишь смотреть, девушка со своей пацанки. Потом что еще из таких типа про пацанки камеры? Топ. Ну, пацанки. Пацанки топ. Пацанки реально топ. Даниил. Что означает мое имя? А, Даниил. Даниил означает самое лучшее имя на земле, самый крутой чел на свете. Ну да. Согласен. Я выиграл. Да. Сколько плюсов? Насколько да. Два. Так, что бы тебе придумать? Только не побриться. Да нет. Может, что-нибудь станцуешь? Не. Станцевать тик-ток?